Привет, друзья! Привет! Вот такая погода у нас сегодня, мартовская. Сегодня 22 марта 2022 года. И мы с вами идем по делам. И, естественно, к метро. Я сегодня спешу в МФЦ. Надо сдать билеты. Ну и вас с собой беру. Тех, кто хочет посмотреть Москву, кто хочет со мной проехаться на метро. Многие просят побольше показывать Москву, притом не парадную, а именно ту, которая вокруг меня. Вот сегодня мы ее и посмотрим. Тем более, что и мне интересно. Я же целый месяц почти здесь не была. Ну, не месяц, 20 дней не была. Вот сегодня посмотрим, какая она, весенняя Москва. Разговоров особых не будет, просто без комментариев мы с вами пробежимся по Москве, по моему райончику и проедемся на метро. Кому интересно, айда со мной. Подходим к метро. Посмотрим, как там безмасочный режим в метро. И вообще, как Москва поживает в эти дни.
делать, что вы не лишены прав, мы этого не делаем. У нас только обмен прав. Что вы бедный? Нет, мы подожди, это попрошено? Это и попрошено. Будем смотреть. Держитесь за поручни. Ношение масок во время поездки по-прежнему обязательно. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. We'll be right back.
сколько? 400. Понятно. А вот эти? Не знаю, сейчас тоже подорожало. 400 рублей стоит вот это вот. Надо же. Вот так вот. Лук семенной. 400 рублей. А это все еще не подорожало. Цены все прежние. Вот так вот. Что тут? Обойду. Может, чего надо, пока не подорожало. Корзинки. Магнитики. Симпатично. Подносик. Лопаточки 550. Короче, еда дорожает. Предметы, так сказать, не первой необходимости. Роскошь. Пока цена та же самая. Ну вот. Здесь уличный. Столики уличные устанавливают. Ну, а мы домой, девочки и мальчики. Иногда на меня мужчины обижаются, пишут. Вас смотрят не только девочки. Мне очень приятно, что смотрят и мальчики. Так, сейчас в торговые ряды зайду, посмотрю мышку новую. Пустые. А здесь совсем другие. Это да. Интересно. Видите, все. Озон. Акафор. Все. Яндекс.Маркет тут можно забрать. Надо же. Здесь вот мясо хорошее было. Теперь нет ничего. А вот тут вот Мишка шоп. А теперь какой-то онлайн трейд. Ну вот так вот. Называется «Купила мышку». Всего доброго, друзья! Будьте здоровы и счастливы! До новых встреч на моем канале!